что совсем непростых экономических условиях этот год был объявлен, собственно говоря, годом предпринимательства. Насколько сегодня бизнес выходит из тени? Вы знаете, наверное, можно еще говорить порядка 10%, не меньше, которые могли бы быть на рынке официально зарегистрированными, но они работают в тени. И этому способствовало в том числе и определенные, ну, непопулярные меры, которые были приняты в последнее время вот в этой сфере. За счет алкоголя компенсировали цены на продукт? Ну, есть и это, конечно. Есть, конечно, и этот момент, о котором вы сейчас говорите. Мы должны с вами смотреть, прежде всего, ну, по крайней мере, государство обязательно смотрит не на поддержку бизнеса вообще, только потому, что бизнес должен быть бизнесом, а бизнес, который сегодня нужен нашему обществу.